Всем здорово, всем привет. Сегодня, как и обещал ранее, расскажу, как пользоваться КТАГом, который куплен был, ссылка вот, кстати, внизу на него, ну и на другое оборудование, на проверенных падаванов. А надо вычитать Magneti Marelli Block 6LP. Значит, запускаем саму программку, подключаем все, как сказано в инструкции. Подключаем все, как было показано в инструкции. До инструкции мы сейчас с вами дойдем. Значит, выбираем машинку. Смотрим, значит, по подключениям. Написано, что лучше всего делать на столе, не на машине. Нарисовано, значит, здесь, какой провод куда подключать. Direct Connection. В общем-то, все подробно. И как что читать. Сюда расписано все подробно, так далее и тому подобное. И подробно расписано, как куда подключаться. Нажимаем Direct Connection, написано, какой кабель использовать, где написан boot, куда подсоединяем, какой пин. В общем-то, все подробно, ничего лишнего. Обязательно всегда делайте бэкап. С этого мы, пожалуй, и начнем. Берем пин, который у нас был подписан. Сначала тыкаем им, куда положено. Пошла идентификация блока. Все, пин можно убирать. Помню, по первым разам долго, упорно держал пин-код, этот самый пин-поинт, этот бут, для того, чтобы пока она до конца не дошьется. На самом деле этого делать не надо. Как только она забутилась, значит, убираем его оттуда. Все, держать не надо. Процесс считки пошел. Как видите, сложного ничего нету. Бояться абсолютно ничего не стоит. Вот такие вот делишки. Оно вот у нас постепенно и читается. Ну что ж, пожалуй, я ускорю эту процедуру. Какой смысл так долго ждать? Всегда делайте бэкап. Это очень важно. Из бэкапа всегда можно что-то потом восстановить. Если бэкапа нет, это полный жопскин. Ну что ж, вот оно считалось, и теперь просто сохраняем. Вот оно делает оригинал и полный архив файла. Вот такое вот дельце. Вот и вся процедура. Подписываемся на наш канал. Не забываем о том, что ссылка на проверенное оборудование внизу. Также можем вам помочь с отключением мобилайзера, привязкой ключей, прописать ключи, сделать диагностику на расстоянии, отремонтировать ваш блок. Ну, в общем, сделать любое программное действие с вашей машинкой, с вашим блоком управления. Ставьте лайк, внизу в комментах пишите свое мнение. До скорых встреч. Пока-пока.